Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня я хотел бы с вами обсудить финал Кубка Фиферов и обсудить некоторые моменты, которые сидят у меня в голове. Поехали. 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Но перед тем, как начать, я хотел бы сказать пару слов про тот ролик, который я записывал, типа алкоголь или же YouTube. Чуваки, это была пародия на ролик Германа, где он также сидел, размышлял над тем, куда ему податься, в футбол или же на YouTube. Я так больше не могу, потому что это много для меня значит. Немного спойлеров, в итоге оказалось, что он выберет все-таки, видимо, YouTube. В комментариях люди разделились на два лагеря. Один лагерь говорил, типа, ебать, Пандос, ты что, ебнулся, что за херню ты втираешь? Вторые говорили, типа, классно сделал, пародию на Германа. Ну, и были еще третьи, которые недоумевали того, с того, точнее, что люди не понимали, что это рофл. Ну, ладно, бывает, видимо, у нас с Германом не так сильно тесно пересекается аудитория. Но, хоть это и была шутка, сейчас я не бухаю вообще. То есть я завязал на долгое время, я думаю, я хочу немножко подхуднуть и привести себя в порядок. Поэтому я сейчас алкоголь вообще не употребляю и сижу на диете. Звучит неплохо. Ну чё, давайте, собственно, переходим к теме выпуска. Это Кубок Фиферов. Все, наверное, понимают, что фаворитом в матче с фаворитом, бля, как бы странно это ни звучало, будут Тудроц. Пацаны очень круто играют за Кристал Пэлас. Если кто-то думает, что Кристал Пэлас это какая-то хуйня кошачья, то... Вы не правы, всего доброго. Вот просто взгляните на этот состав. Тут, по сути, как бы нет ни одного слабого места. Поэтому не сказать, что они вышли в финал только за счет того, что у них там типа скилл охуенный. Нет, игроки у них тоже крутые. Ну и по поводу того, что Тудроц якобы играют вдвоем, и это, ну, типа, читерская тактика. Да, возможно, что-то в этом есть, но они предлагали Сереге, чтобы они играли отдельно, но он не захотел. В начале турнира, когда искали еще участников, сказали, дома сыграем по одному. По одному бы разобрал. В финале они встречаются с фаворитом, который сыграл до этого с Эванионом, и я просто охуел от этого матча. А еще больше я охуел от комментаторов, которые писали там комментарии. У меня один вопрос к вам. Вы что, ебанутый, что ли? Вы не забывайте, что и как бы Эванион тоже отскакивал. Как бы вот, вы видите все эти моменты, я нарезал, вам показываю, то, что Эванион тоже отскакивал. Однако об этом так активно не пишут в комментариях. Пишут только о том, что ебать, Дим фаворит, как ты мог, чтобы ты сдох, блядь, чтобы ты проиграл, то вот эта вся пиздюшня, которая в комментариях меня просто с ума сводит. Да и вообще, в целом, многие пострадали ютуберы от этих злых школьников. Ну, лично я пострадал, на меня напрыгнули, налетели, сказали, ебать, какое чмо, блядь, на Кефира налетели также, блядь, за то, что он 3-0 въебал. Ну, это было пиздец, как неожиданно. Ну и Димка фаворит пострадал за то, что он обыграл Эваниона по серии пенальти. Вот так бывает в жизни. Чувак по пенальти выиграл, но он виноват. Короче, к чему я веду? Будьте адекватнее. Хотя это нихуя не поможет, но постарайтесь. Ну, это довольно-таки несложно. Так же, как и Максим в своем ролике, я хочу предложить свои какие-то идеи по поводу Кубка Фиферов и как можно его улучшить. Самая главная, основная мысль, которую я хочу донести, чтобы вот это все мероприятие перенесли в Ultimate Team, и мы играли карточками из утки. Это было бы намного круче, допустим, если бы мне попался Эвертон, я бы мог собрать вот какой-нибудь такой составчик. Ну, согласитесь, это было бы намного интереснее и охуительнее. И насколько я знаю, в Ultimate Team там есть дополнительное время и пенальти. Могу ошибаться, точно не помню, но вроде как есть. Вторая мысль, которую также озвучил Максим, это два матча. Дома и в гостях. Мне кажется, это намного было бы интереснее и круче. Типа, кто там сколько забил, все суммируется и все. Это было бы охуенно. Допустим, в первом матче ты всосал 3-0, в следующем там 4-3, и вот тебе охуительный интересный камбэк. Ну и третье, это какой-нибудь выигрыш. Допустим, те же самые монеты в Ultimate Team. Там, допустим, за первое место чувак получает там 500 тысяч, там, ну или 12 тысяч фапоинтов. Ну, что-нибудь такое, ну хотя бы, чтобы мотивация была за что-то бороться. Так что, пацаны, вот такие вот мысли и идеи. Их даже можно сохранить и для моего кубка. Я же могу сделать свой кубок, по сути-то мне никто не запрещает. Поэтому всякое может быть. Может, в будущем что-нибудь такое я и замучу на базе уже Ultimate Team. Поставьте лайк под этим роликом, если вы согласны с своими мыслями, и также пишите в комментариях, что вы думаете про все это мероприятие. С вами был я, PandaFX, всех люблю, целую, обнимаю, и всем хорошего настроения. Покедова.